Всем доброго утра. У Баськи завтрак. Но он после того, как на улицу сходит, помоется, у него ритуал за игрушками побегать. Время 9:00. Давай, давай скорей. Ой, как мы сейчас гуляли, недовольный. Во-первых, комбезе. Во-вторых, там метет. Это какой-то ужас. Я вам сейчас покажу. О, это ужас какой-то. Все метет. У нас здесь вот ступеньки совсем замело. Он вышел и начал метаться. Варку, не варку. Сюда, туда. О, дует у меня аж прям тут эта штора. Но я чуть-чуть открыла, потому что топит хорошо. Батареи прям горячие. Варон даже не мог залететь. Ветер какой. Сильный. Где-то больше набило, где-то меньше. Дверь у нас не закрывается, домофонная. Видно, ветер какой? Северный? Или, может быть, там северо-восточный? Вот. Намело прям, вот дверь не может закрыться. Но это до дворников сейчас. Дворники все это устранят. В общем, такая у нас сегодня погода. Не знаю, у меня сегодня на 10 записан человек, пенсионерка. Не знаю, придет она, нет, хоть бы позвонила. Девчонки, если что-то не приходит по каким-то обстоятельствам, это ничего страшного, звоните, потому что бывает все, и даже погодные условия кому-то, потому что мы все разные, у каждого человека разные заболевания. Может быть, кто-то вот не может по такому снегу идти, у кого-то одышка, у кого ноги, суставы, чего угодно. Так, ты что там делаешь? Он что делает? Вот что он делает. Я тебе сейчас подрыгаюсь. Ну все, задохнулся. Иди вон, игрушка, иди. Иди. Что задохнулся? Вот воздух вот так вот хлеванет как-то вот он. И все, и бывает вот задыхается. Свет не включаю, здесь никто не живет. Жду, через 2 недели муж приедет. Сын его привезет со снохой. Так, не ковыряй, пожалуйста, здесь. Я тебе сейчас. Я тебе. Иди завтракай. Пойдем, Басенька. Так, все, закрывай дверь. Когда я ему говорю, закрывай дверь. Все, закрывай дверь, выходим. Все, игрушку схватил. Игрушку схватил. Бася, пуля. Снесет кого-нибудь. Так, ну и в продолжение о погоде минус 4 у меня показывает. В общем, вон видно, как метет из крыш и отовсюду. Погодка, ну, я метель не люблю. У меня теперь там в парикмахерской намело. Так, мне надо пораньше идти почистить. Девчонки, помните, я показывала свой бальзамин? Вот вроде отходит, не знаю, но а другой пропал. Вот именно красный пропал. Остался вот такого цвета вот красивый. Так, это каланхоя. А здесь я посадила перец. Причем перец декоративный. Будет перчинки фиолетовые. Какие-то такие зеленцой. Красивые очень. Это вот где я проходила мастер-класс по ногтям. Училась на педикюр, на маникюр. У них там был перец. И я еще спросила, говорю, это перчик. А еще, по-моему, даже лимондарин или... Гранат был. Лимон, говорит, у меня дома. Это она любительница вот этих всяких штук экзотических. И вот будет у меня домашний перчик. Он такой коренастый. И на нем такие перчинки. Ну, кстати, он декоративный вроде бы. И в то же время его можно есть. Он острый. Вот ступеньки. И вчера их не чистили. Вот так люди карабкаются. А оттуда, наверное, на попе. С горки на попе. Зимой, конечно, автомобилистам я не завидую. Если летом сел и поехал, то зимой надо прогреть машину, почистить ее, и неизвестно, какие дороги тебя ждут впереди. Так что, да, многие даже и не берут в метель погоду, вот такую погоду, вот не берут машину. Вот стоят занесенные, они стоят. Или как-то группируются, может быть, или на маршрутках едут. Я иду на работу.
Ой, не знаю. Тротуары такие занесенные. Идти плохо. Очень плохо. Здесь вот тротуар совсем занесло. Вот так вот по дороге. Такими заносами. Вот как раз по такой причине не берут машины сейчас. Ну как вот тут выехать? Копать надо. Сугробы надо откапывать. Так, сейчас посмотрим, что у меня там возле парикмахерской. У нас тут прошел трактор. Но скользко очень. Надеюсь, мне туда парикмахерскую не сдвигают. Обычно говорю, не сдвигайте туда. Вот, видите, сюда сдвигал. Снег. Ой, блин. Ребята, смотрите, что у меня тут творится. Это что такое? Ой, какой ужас. Вчера я чистила эти барханы. Но у меня лопатка здесь стоит, сейчас почищу. Ой, задохнулся. Ну, снег такой довольно-таки. Рыхло еще. Вчера вообще был мокрый снег. Ой. Кидать мне тяжелее. Ой. Половину расчистила. Всем добрый вечер. Снежный. Объявлен опять желтый уровень опасности. Метель. А ветер до 21 метра в секунду. Мы с Баськой вышли прогуляться. Он вязнет. Лапки короткие. Да, Басюль? Одну собачку только встретили. Прям одну. Мопсика. И все. Здесь вообще невозможно. Ничего не чистится особо. Может, и чистилось днем, но сейчас уже все заваливает. Все заметает. Все дорожки, все пути. Не проехать, не пройти, да, Бась? Бежал куда-то. По ветру. Вон как метет у нас. Ой, вообще. Непривычно. Очень даже непривычно. Такая осень теплая была. Да и сейчас, в принципе, еще ноябрь, осень считается-то. Осень. Декабрь, это уже зима. Но у нас уже вот такие снега. Бархана прям. Меня парикмахерскую теперь тоже опять занесло. Я там, ой, почистила, ушла прям подчистую, но там, конечно, все опять занесет, и утром начинать буду с расчистки. Вот так у нас началась зима. Какой бархан здесь. Так, снег искрится. Кто хочет нашу тольяттинскую погоду, пожалуйста. Кому нравится вот такая метель. Это, знаете, как хорошо. Я в парикмахерской сегодня сижу, вьюжит, сел. И думаю, ой, как хорошо. А выходить-то надо. Выходить-то надо. И чистить надо. И домой идти надо. Через магазин поела. Сейчас одна живу. Через магазин. И с Баськой уснули. Все, наелись, все уснули. Трубки вот такие здесь. А легкий такой снег. Сейчас минус 6. Легкий прям снег. А был мокрый. Я вот чистила. Тяжело было мне. Снег такой тяжелый. Это карапуз с короткими ножками.
Чего? Идем, идем. Хвостик. Всем пока-пока. А нам прогулки перед сном. Да, Басюль? Сейчас будем вязать. Вяжу себе ушанку. Надо себя чем-то занимать.